Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Muzlow Play, мы с вами продолжаем выживать в Ark Survival Evolved на хардкорном сервере. Итак, у нас опять включили X2, соответственно, весь опыт в два раза быстрее получается, все делается практически все в два раза быстрее. Я уже прокачал 19 уровень, как вы заметили, и вот сейчас приручаю этого маленького листозаврика, 25 уровня. О, отлично, приручился. Как же назвать? Давайте Листра, да, для начала, как обычно называю всех листозавров. Так, давайте отведем его домой. И в этом выпуске я хотел бы начать немножко расширять дом, потому что одного этажа все-таки катастрофически мало. И если мы туда заведем одновременно и несколько дилофазавриков, и, раптора, еще кого-нибудь, у нас там просто не останется с вами места. Соответственно, я сделал довольно-таки большое количество наркотиков, что-то около 100 штук, я думаю. Честно говоря, сейчас точно не помню. Соответственно, прокачивался я, просто собирая ягоды, выращивая их на грядке и, соответственно, делаю уже наркотики. Давайте сейчас быстренько листозаврика отведем домой. Жалко, что его нельзя туда просто отнести, потому что он реально очень медленно ходит. Просто очень медленно. И начнем расширять наш дом. Вы посмотрите, у меня, оказывается, рядом с домом был другой листозаврик, самочка 10 уровня, можно было бы быстрее приручить, но, видимо, она где-то была в лесах, я ее не смог найти, а сейчас вышла к нашему берегу. Итак, все, уже практически подходим, я, кстати, как вы видите, переименовал свою свинку, теперь она действительно Пепа, свинка Пепа. Эй, куда ты? Давай, заходи, куда ты пошел? Давай сюда, отлично, дудошки там яйца снесли. Есть, замечательно, наконец-то у нас есть листозаврик. Это очень хорошо, это нам очень поможет. Так, это мы все складываем обратно сюда. Прибавим немножко носимого веса ей. Мне, если не ошибаюсь, вообще все мои додушки получили уровни. Да-да-да, все абсолютно получили уровни. Соответственно, всем сейчас прокачаю. Нет, не всем, тебе прокачаю жизни. Думаю, что жизни стоит поднять день до 100 на всякий пожарный. Чтобы они хотя бы несколько ударов могли выдержать. Есть, примерно вот так. А потом будем прокачивать носимый вес, чтобы туда можно было что-то складывать. Вообще, конечно, очень неплохо для этого использовать маленьких вот этих обезьянок. Использовать их как шкафы, потому что просто так в них никто залезть не может, а они в них довольно-таки безопасно хранятся вещи. Но это, конечно, так лучше делать на обычных серверах, на хардкор-сервере это не очень хорошо работает, потому что если ты умрешь, то ты и сам не сможешь забрать из них вещи. Так, соответственно... Давайте мы тоже прокачаем, наверное, уровень. Кстати, как он быстро получил, да? X2 все-таки идет. Так, и как видите, а у меня здесь засеяно. А, у меня здесь не засеяно, господи, я положил туда. А там не засеяно, одну секунду. Да, у меня закончились просто здесь все удобрения. И семян новых не было. Зато вот у меня, как видите, огромное количество наркобери. Так, у нас перегруз. Это мы закинем вот сюда. Здесь семена у нас есть. Есть. И пойдем сделаем еще немножко наркотиков. Уровень мы, наверное, конечно, сейчас не получим, но зато получим большое количество опыта. Так, это сюда. 43 протухшего мяса. Чуть-чуть наркобери не хватает. Да, отсюда заберем. Сюда заберем. Вот как раз ровно столько. Да, замечательно. Можем сделать как раз 43 наркотика. По 4 очка опыта это будет еще 160 очков опыта. Да, слушайте, мы когда сделаем все эти наркотики, мы с вами получим еще один уровень. Так, итого у меня получается практически 100 наркотиков. Можно будет сегодня идти приручать каких-нибудь дилофазавриков или рапторов или что-то типа того. Посмотрим, как пойдет. Итак, что я хотел для начала сделать? У меня вот здесь уже готовые перекрытия. У меня на самом деле что-то их очень много, 6 штук. Ох ты, господи. И вот здесь, в этом месте, здесь нельзя разместить еще один фундамент, но зато здесь можно разместить перекрытие. Соответственно, я хочу здесь немножко расширить вот так вот. Здесь поставить перекрытие. Дальше у меня были стены. Ставим стены. Да, отлично. Так. Так. Сейчас вверх поднимем, секунду. Есть вот так вот. Вот это уже можно выломывать, я думаю. Это здесь не нужно, это держится отлично. Так, и вот так вот. И сверху, соответственно, у нас идет еще одно перекрытие. Мы все это закрываем. Тихо, нужно аккуратно. Эх, мешается. Сейчас это тоже уберем. И вот это аккуратно закрываем. Все, отлично, с этой стороны расширили. А на другую сторону мне просто сейчас не хватает стен. Сделаем это чуть-чуть попозднее. Ладно, это мы пока все уберем. И, соответственно, в эту часть я хотел сделать несколько
Компостных ящиков. Только у меня, наверное, не хватит дерева. Соответственно, сейчас придется пойти подрубить немножко. Так, где они у нас? А, я же их не выучил. Одну секунду, ребят. Так, это кормушка. Вот, ящик для компоста выучить. Потому что все-таки нам нужны нормальные удобрения, а не вот эти вот фекалии. Они чересчур маленькие, очень быстро исчезают. Их просто на самом деле не хватает. Нам на один ящик нужно 50 дерева. Хочу поставить хотя бы 3 ящика. И тогда у нас, будет достаточное количество удобрений, чтобы нормально выращивать уже здесь. Нормально уже здесь все выращивать. Так, как мы его поставим с вами? Наверное, вот так вот как-нибудь. Да, вот отлично. Он вот так встает. Соответственно, слева у нас прохода, конечно, нет. Ну ладно, ничего страшного. Пойдемте нарубим дерево и сделаем еще один. О, уровень получили. Ну, как я и говорил. Получили уровень. Докачаем здоровье до 200. У нас с вами 22 очка энграмм. Что мы сейчас можем с вами выучить? На самом деле мы можем выучить огромное количество вещей. Но давайте выучим седло для трайка. Седло на раптора я уже выучил. Седло на трайка нам реально очень нужно. И на плавильную печь нам нужно 21 очко энграмм. Но сейчас мы его брать не будем. Одну секундочку. А верстак у нас с вами появится только на 25 уровне. Так что и от плавильной печи нам пока никакого смысла нету. Можно будет потом взять все каменные постройки, фундамент, дверные проемы, перекрытия и прочее, И начать улучшать наш дом до каменного. А сейчас мы с вами выучим, естественно, транквилизирующие стрелы. Соответственно, мы с вами сможем легко теперь приручать рапторов и всяких других агрессивных динозавров. Так как все это выглядит у нас? Ну, да нет, вроде все хорошо, все отлично. Когда мы еще это в камень переделаем, будет просто замечательно. Так, пойдемте подрубим немного дерева. Итак, продолжаем. Я подготовил еще пару компостных ящиков. Давайте один поставим куда-нибудь вот сюда. Сейчас найдем для него место нормально. Вот так вот. Да, вот так вот. Потому что если мы поставим... А хотя... Секунду, мы же можем на него по большому счету запрыгивать. Давай разрушим. Нет, это не самый лучший вариант. Мы же можем на него просто-напросто запрыгивать. Вот так вот ставим. Точно, и ходить по ним и проверять, что в тех компостных ящиках. Соответственно, вот так они будут занимать меньше места. Давайте строить еще один. Есть, все правильно. И ставим еще один. Господи, сколько они места занимают. И ставим еще один вот сюда. Ну, немножко под углом получилось, ничего страшного. Разложим во всех наших животных ягоды. А то они у нас немножко голодать начинают. И так они будут лучше нестись, соответственно. Так, это сюда. Это пошло сюда. И ему тоже дадим. Только вот так вот. 25 вполне достаточно. Есть, замечательно. У нас еще одно яйцо. Да, я тут в прошлом выпуске, безусловно, ошибся. Чтобы делать кибл на птеродонтов, на птеров, нам нужны не лимоны, безусловно, а морковь. Ну, ничего страшного. Это, в принципе, без разницы. Какая разница, что выращивать? Лимон или морковь? Главное научиться строить средние грядки. А поэтому мы пока еще не умеем. Если я не ошибаюсь, средние грядки появляются у нас на 25 уровне, да? Давайте проверим. Да, вот, если не ошибаюсь, вот она, средняя грядка, вот здесь находится. Потому что я сейчас у себя их не вижу. Только маленький здесь кормушка. Ящик для компоста. Нет, средних грядок нету. Соответственно, нужно ждать 25 уровня. Так что пока что мы, получается, киблов никаких сделать не можем. Да, уж вот так вот. Ну ничего, мы сегодня постараемся раскачаться. Я, может быть, что-то еще сделаю за кадром. Получу несколько уровней, сделаю как можно больше наркотиков. Это довольно-таки быстро прибавляет опыт. Так, отлично, первый ящик загрузили. Сейчас пойду добуду еще соломы и загрузим остальные ящики тоже фекалиями по полной, чтобы у нас производились удобрения. И вот тут, как вы видите, у нас совсем рядом с домом как раз 15 уровня самочка трайка бегает. В принципе, можно даже попытаться ее сейчас быстро приручить. Я не думаю, что это займет много времени, максимум минут 10-15. Ну, с X2, я думаю, что больше времени не должно занять. Так, о, спасибо, отлично. Сейчас мы, главное, с вами загрузим вот эти компостные ящики. Так, сюда 100 соломы. Что такое? А, нет, все нормально. Вот сюда... Сюда 100 соломы. Есть. И сейчас нам еще нужны фекалии, естественно.
Так, отлично. И последняя коробка тоже загружена. Если я не ошибаюсь, нам нужно, чтобы сделать 2 единицы удобрения, 6 фекалий и 100 соломы. Соответственно, это получится 2, 4, 6. 6 удобрений. Это довольно-таки много. Это нам хватит практически на целый день. Соответственно, теперь можно будет постоянно их восполнять. Может даже еще парочку. А почему даже парочку? Можно вот здесь точно так же туда продлить. Упс. Господи, бывает, залагало. Соответственно, вот с этой стороны тоже туда продлить. У меня даже перекрытия для этого были, да? То есть, если мы поставим перекрытие, можно прям даже сразу их поставить сюда и сюда, чтобы наметить. Соответственно, здесь обнести стенами, тоже здесь поставить 3 коробки для компоста. И у нас будет с вами огромное количество удобрений постоянно. И нам этого хватит на выращивание и нормальных овощей, и, соответственно, уже наркоберри. Ладно, сейчас будет темнеть, так что продолжим снимать уже чуть-чуть попозднее. Итак, прошел примерно час закладки сюда соломы и фекалий. И, как видите, уже у нас готово одно удобрение. То есть, так, мы даже можем вот эти фекалии обратно сюда вернуть. Готово одно удобрение. Да, везде у меня не было возможности записывать. Так, хорошо, сейчас мы эти удобрения с вами положим в грядки. Как раз у нас с вами тогда получится. Смотрите, 76 тысяч. То есть удобрение, оно дает, понимаете, 50 тысяч одно удобрение дает. Ну, я думаю, что многие об этом знали, особенно те, которые играли. Но, собственно говоря, на самом деле это классно. Вот буквально две катушки удобрений дают нам практически целый день возможности не подходить к грядке, а подходить только собирать урожай. Если мы полностью заполняем их обычными средними фекалиями, то, ребят, очень-очень быстро все это заканчивается. И, может, часов 5, за 5 часов они кончаются, ну, что-то типа того. Итак, соответственно, нам нужно с вами улучшать дом. Сейчас будем рубить дерево. А что у меня с весом? Почему у меня такой сильный перегруз? Потому что у меня очень много с собой волокна. Но вообще, знаете, такая хитрая у меня мысль. Я могу на самом деле делать одновременно шапки. Я могу заказать штук 40 шапок, потому что нам сейчас самое главное — это опыт. Огромное количество опыта нужно. Нужно качаться, качаться, качаться. Много очков инграм. И параллельно я пойду вот с тем, как шапки делаются, рубить дерево и, соответственно, делать стены, чтобы обнести дом. Это дополнительный опыт. Это, соответственно, нам ускорит раскачку персонажа. Так что я сейчас этим буду заниматься и продолжим, когда уже начнем строить эти стены. Да, я получил уровень, пока все это делал, но я, ребят, абсолютно забыл про то, что я же хотел приручить трайка. Мы с вами уже можем сделать седло, я, правда, не знаю, есть ли у меня на него достаточное количество ресурсов. Давайте сейчас проверим, быстренько зайдем внутрь. Благодарю. Благодарю. Так, что у нас здесь? Раз, два, три, четыре, пять. Шестая сюда. Мало соломы у меня. Так, секунду, секунду, секунду. У меня вроде должно было быть много довольно-таки кожи. Вот здесь 100 штук, с тобой еще 145. Давайте посмотрим. Во-первых, так, хочу повысить носимый вес до 180. Вообще хочу повысить до 200 как минимум, потому что нужно очень много с собой все-таки всего носить. Есть, отлично, мы можем сделать седло на трайка. Давайте его сделаем. И сейчас нам с вами нужно... Так, что мне нужно? Мне, безусловно, нужны наркотики. Лук, стрелы. Нам еще нужно сделать стрел, так что мы заберем отсюда с вами кремень. Осталось только побольше добыть соломы. И будем сейчас делать стрелы и транквилизирующие стрелы, соответственно, чтобы усыпить этого трайка и быстренько его приручить. Это самочка 15 уровня, то есть с одной стороны она нам и яйца сможет нести, и с другой стороны мы на ней сможем собирать в большом количестве ягоды. Ну, как сказать, не в большом количестве, потому что уровень довольно-таки низкий. Я, конечно, понимаю, что лучше было бы приручить какого-нибудь более высокого уровня трайка, но это займет очень много времени. Сейчас это, честно говоря, не очень целесообразно. Давайте сейчас быстренько сделаем с вами штучек 10 обычных стрел, и из них сделаем, ну, вот так вот, 12 штук. Транквилизирующих нам этого вполне хватит. Нам этого вполне с вами хватит. Соответственно, рогатка мне на самом деле просто уже больше не нужна. Я ее просто выбрасываю. Берем лук. Так, кладем сюда транквилизирующие стрелы. И вот сейчас нужно понять, что она будет делать. То есть, если я в нее выстрелю, если она побежит, то я хочу, чтобы она убегала в ту сторону. Если она побежит на меня, то это гораздо проще. Давайте пробовать. Раз. Что, да, она согрелась на меня, да? Да. Вторая стрела. Третья. Отлично, отлично, отлично.
Четвертая. Ну, я что-то немножко часто стреляю, конечно. Так часто не надо, мне кажется. Пятая. Чуть-чуть, ребята, осталось. Я думаю, чуть-чуть осталось. Все. Она уже развернулась и стала убегать от нас. Это значит, осталось 1-2 стрелы. Да, одна стрела. Все, она врубается. И можно ее приспокойненько приручать. Мы совсем немножко с нее жизни сняли. Так, у нее носимый вес 379, 375 жизни. Очень-очень неплохо. На самом деле, это меня действительно очень радует, потому что... Фух, носимый вес мог быть гораздо ниже, и у нас могли возникнуть проблемы при сборе ягод. А вот выносливость, я сейчас посмотрел, 165 всего, вот этого, конечно, маловато. Так, у меня где-то в доме должны были быть наркоберри. Вот в этой грядке, если не ошибаюсь, большое количество наркоберри, 97 штук, замечательно. Просто замечательно, спасибо. Это мы выкладываем вот сюда. Чего, кто, кто тут, чего? Послышалось, что ли? Не знаю, порой такое ощущение, что кто-то рядом ходит. Но это, видимо, где-то может действительно какой-нибудь... Ну, додошка ходить или еще кто-нибудь, не знаю. Так, что у нас с вами по ягодам? Ай, межеберри у меня очень мало. Вообще нужно, конечно, подсобрать ягод, потому что, возможно, этого не хватит. Хотя давайте посмотрим по додексу очень быстренько, сейчас гляну. Итак, я проверил, так как сейчас включен X2, понадобится где-то 130 ягод любых. Межеберри поменьше, потому что он очень любит межеберри, с межеберри быстрее приручается. И также где-то 40 минут времени, ну, нормально. За 40 минут можно 15-го трайка приручить без проблем. Я потому что помню, как я приручал своего первого трайка, это реально было очень долго, мы что-то около него спаслись 2 с лишним часа, ограждали его шипастыми вот этим вот кольями, точнее, шипастым забором, кольями. Вот, и, блин, это реально было очень жестко и очень долго. То есть мне показалось, ну как так, почему так долго? Да, вот, ребят, на X1 очень сложно играть, X2 все-таки хоть капельку, но помогает. Так что сейчас я соберу как можно больше ягод, загружу все в него и будем с вами рубить деревья, расширять дом. Потому что так как у нас сейчас с вами появится трайк, у нас с вами на него уже есть седло, то есть с ягодами у нас уже больше не будет проблем. Я даже не знаю, я вот этого трайка 15 уровня с собой таскать не буду, потому что уровень маловат, чтобы меня защитить. Его, скорее всего, загрызут, я его терять не хочу. Ну, блин, и самому умирать не хочется. Нет, я все-таки буду водить его с собой. Уж лучше потерять 15-го трайка, а потом приручить помучиться нового, чем умереть самому и потерять персонажа. Да, так гораздо будет лучше. Соответственно, быстренько собираю ягоды и будем с вами продолжать рубить деревья. Я еще, кстати, к тому же и голодный, вот это плохо. Я, наверное, для себя ягоды собирать не буду, точнее, на себя ягоды тратить не буду, все ему выложу. А мы с вами просто сейчас зарубим вот эту вот додошечку 55 уровня. Опа, прикольно. Есть, все готово. Мы ее с вами зарубим, добудем из нее 5 кусочков мяса и быстренько пойдем их сейчас пожарим. Так, трайк. Слушайте, как же быстро приручается X2, это просто супер, это просто вещь. Так, на куши наркоберри 9 штучек. Нормально. Ну, 8, ничего страшного. О, еще одна додошка как раз. 60 уровня, замечательно. С них, между прочим, еще и опыта во время X2 очень неплохо получаешь. Давай. Хотя это вообще самые-самые безобидные животные, но все равно. По чуть-чуть, по копеечке все больше и больше опыта получаем. Тем более кожа. Так, опа, спасибо. Идем сюда, сюда нам нужно выложить где-то вот так 11 дров, я думаю. И мясо. Зажечь огонь. Можно вот семена картофеля съесть пока что. Так, сюда мы выкладываем с вами фекалии. Темнеть начинает, но ничего страшного. Я думаю, ничего страшного. Сейчас мясо пожарится, быстренько перекусим и пойдем рубить. И пойдем рубить с вами дерево. Да, наркотики, я думаю, можно убрать. Мне с собой они не нужны. Здесь у нас с вами еще 94 наркотика. Вообще супер. У нас уже больше 100 наркотиков. Это реально очень хорошо. Так, есть. Первый кусочек мяса пожарился. Замечательно. У меня сейчас 47 есть амаберри. Я их сейчас туда положу. Или амаберри, извините. Да, скорее всего, правильно произносить амаберри. Я их в него сейчас выложу. Все, отлично. 2 куска мяса пожарились. Больше мне сейчас не нужно. Оба, благодарю. Слушайте, это классно. И вот, отлично. Вот это важно. У нас с вами готово еще по одному удобрению в каждой из компостных коробок. Так, соответственно, мы выкладываем, наверное, парочку еще сюда. Соответственно, здесь у нас получается 237 тысяч. И одну сюда, и здесь пускай прорастает. То есть вот этого мне хватит вообще до завтра, а то и до завтрашнего вечера, как минимум.
На самом деле это реально очень много. Так, что у нас с тобой здесь происходит? Оглушение 389. Да, давайте скормим еще штучек 8. Секундочку. Выкладываем вот это, посчитаем. Здесь у нас получается 77, 90 и здесь 98. То есть 188 ягод того в нем, да? Этого должно хватить. На самом деле этого должно бы хватить. Если что, мы еще подсоберем. Так что теперь собираем быстренько дерево, приручаем его, продолжаем строиться. Нам с вами нужно строить второй этаж, чтобы было где его хранить. Также желательно еще немножко подкачаться. Что-то у меня здесь до дошек развелось. Ну, в принципе, их изначально здесь было довольно-таки много. Соответственно, я хочу выучить... Я хочу выучить столбики, да. И расширить второй этаж, чтобы он был реально шире, чем первый, за счет столбиков. Ночевать мы будем где-нибудь в центре здания, чтобы даже если мы сквозь пол провалимся, то мы провалились на первый этаж, а там очень маленькая глубина, и мы не утонем. А если мы уснем где-нибудь с краев дома, то это реально очень плохо. Я понимаю, что сейчас очень темно и мало что видно. Давайте развернемся в сторону воды, чтобы хоть что-то видно было. Оба-на, замечательно, сломался топор. Если мы будем спать где-то с краев и упадем в воду, то очень большой шанс просто войти в игру, а ты мертвый. На хардкоре это таких ошибок допускать нельзя. Так, замечательно. Можем сделать еще две стены. Соответственно, сейчас мы с вами уже можем закрыть. Точнее, не закрыть, а полностью обнести вот здесь все стенами. Так. Блин, конечно, вот то, что опять ночь начинается, это жесть. Ну вот не было возможности играть, записывать. Появилось спустя где-то час небольшим после того, как я остановился. Вот, отлично, соответственно, мы здесь вот с вами расширили еще наш дом. Но этого недостаточно, я все-таки хочу еще поставить... Чего? Постойте, надо дверь, наверное, закрыть. Фуф, да, я уже испугался, ведь раньше все было хорошо. Я хочу поставить здесь. Так, строим вот здесь такую стенку, да. Дальше мы вот здесь у нас берем деревянный дверной проем. Ставим его сюда. Идем в изготовление. Дверь. Где дверь? На дверь мне не хватает совсем чуть-чуть дерева. Здесь у нас с вами мясо все пожарилось, можно еще парочку съесть, потушить. И хочу построить вторую дверь, это хочу сделать исключительно для того, чтобы в дом было сложнее попасть. Потому что, как вы видите, у стены крепость или у самого перекрытия 10 тысяч, у фундамента 15 тысяч, да? Давайте зажгем факел, а то ничего не видно. А у двери крепость 6250, то есть дверь проломить как раз очень просто. Но, честно говоря, дверь нужно поставить обязательно укрепленную. Это просто обязательно нужно сделать. Соответственно, я сейчас всю ночь буду его приручать, подкармливать его наркобери. Записывать, скорее всего, не буду, потому что... Ну, потому что темно и ничего не видно будет на экранах, конечно, в этом видео. Иначе будет ничего не видно. И поставлю сейчас здесь еще одну дверь. Все, ладно, продолжу записывать, когда будет утро. Да ладно, бог с ним, в свете факела тоже можно, в принципе, снимать. Я установил здесь дверь, поставил, естественно, пин. Соответственно, здесь дополнительная жесткость у нас получается... Выстроил по тому же принципу, что и здесь. Вот здесь вот три компостных ящика. Ну, пока что мне, конечно, фекалий не хватает. Когда у меня будет трайк, у меня будет большое количество стимберри. Соответственно, при помощи хрюшки мы с вами в большом количестве сможем создавать фекалии. И уже, соответственно, из фекалии делать большое количество удобрений. У нас не будет с ними никаких проблем. Итак, вот здесь вот момент. Мне этого хватит? Я просто сделал две рампы, два подъема. Да нет, ни одной, я думаю, хватит. Я думаю, что вот стоит, да, построить как-нибудь, может быть, все-таки даже не так. Я просто сейчас экспериментирую и смотрю, в какую сторону лучше строить. Может, вот все-таки сюда, в воду, то есть заход откуда-то отсюда с воды будет. Потому что здесь это как-то не очень эстетично. А здесь у нас что? Здесь у нас скалы. Да нормально, в принципе, ребят, нормально. Давайте поставим в эту сторону, развернем. Сейчас я вот это сломаю. Разрушить. У меня, по идее, должно быть... А, нет, не хватает. Так, все, я понял, не хватает. Есть, собрал дерево еще на одну рампу. Также давайте посмотрим, что там у нас с страйком происходит. Так, ты где лежишь-то? А, вот он ты. Что происходит? Половина приручения позади. По времени 3 часа ночи. Кстати, через полтора часа, в смысле игровых полтора часа, уже рассветет. Осталось совсем чуть-чуть, наверное, осталось минута-две. Так, ну,
может побольше. И ставим вторую рампу вот так вот. Соответственно, здесь я построю, наверное, еще две рампы. И в эту сторону я поверну. У меня уже выучено было заранее большую раму и большие ворота. Соответственно, также я выучил кожаные штаны и кожаную куртку. Сделал их уже себе. У меня есть также доступные 31 очко инграм. Я только что получил уровень. И я так посидел, подумал, все-таки нужно скорее всего сейчас взять оставшиеся части кожаной брони. Во-первых, будем меньше мерзнуть. Это раз. Во-вторых, это дополнительная защита. Это дополнительная броня. Это очень важно, если мы пойдем сейчас приручать рапторов. Это нам очень сильно пригодится. Потому что все-таки они будут, я думаю, по нам наносить какой-то... Какой-никакой, но будут все-таки наносить урон. Так, секунду, где шапка моя? Бандана моя. Что? Замечательно, я выкинул бандану и потерял скин, да? Офигенно, я из-за этого потерял скин ковбойской шапки. И теперь, если не ошибаюсь, она мне снова появится, только когда я перезайду в игру. Либо я даже не знаю. Давайте вот такую, опа. Слушайте, а кстати, на девушке, в отличие от парня, гораздо лучше смотрится вот такой скин. Ну, все равно фуфлыжно, конечно, но получше. Так, и ставим стенки. Здесь у нас сколько будет? Как я помню, 3-4 этажа нужно. То есть нужно действительно очень много дерева. Но нам на самом деле сейчас главное туда будет просто загнать Трайка, чтобы он там сидел. То есть ему там будет безопаснее, чем внизу. То есть когда мы будем выходить из игры. И соответственно там его будем хранить. Так что я сейчас буду продолжать рубить дерево. Уже благо уже светает. И продолжу строить второй этаж. Замечательно, Трайк приручился. Давайте дадим ему имя какое-нибудь на английском языке обязательно. Ну, пускай это будет Трейси. It's like, я сказал. Это как Трайк, только Трейси. Ну, я думаю, что англоязычные поймут шутку юмора. Соответственно, давайте оденем на него его седло. Это можно забрать. Остальное все мы ему оставим. Секундочку. Так не годится. Совместимых. Иначе они так быстрее исчезнут, просто сами по себе. И, ну, в принципе, неплохо, ребят. В принципе, неплохо, на нем можно ездить, на нем можно собирать ягоды. Пока что мы тебя загоним вот сюда. Он здесь отлично встает, потому что размер 4х3, видите, ничего не будет выпирать. Ни хвост, ни рога, то есть ни голова, ничего. То есть, соответственно, помимо того, что он будет отлично здесь стоять, можно будет его спокойно обойти. Никакая из его частей не будет нам мешать здесь ходить. И также я пока что он приручался, собрал дерево и камень. Сейчас, правда, не знаю, хватит ли мне соломы или нет. Давайте посмотрим быстренько, зайдем внутрь и посмотрим. Я думаю, что должно хватить. О, блин, как же классно. Какая же ты молодец, свинка. У меня уже одна коробка вот эта вот заполнена полностью. То есть там 6 единиц фекалий. Здесь 3 и здесь 3. Соответственно, нужно еще 6 единиц, чтобы эти 3 коробки заполнить и положить туда просто солому. Итак, давайте смотреть. У меня есть дерево. Этого маловато. Вот так вот. 100 камня. Соответственно, вот он, да? Да, мы можем сделать большую раму. И сразу большие ворота. Замечательно. И я сейчас получу уровень. По-любому. Есть, великолепно. Мы получаем уровень. Соответственно, давайте прокачиваем вес до 200. У нас 24 свободных очков инграм. Ну, давайте выучим селитру, потому что она мне мозолит глаза. Там она нужна. Давайте выучим сейчас. Пригодится. Так, что я хочу обязательно взять? Подзорную трубу. Она мне очень тоже нужна. Но я, правда, не знаю пока что, где мне взять на данный момент кристаллы. Ну, может быть, порыбачу. Но чтобы порыбачить, мне нужна удочка. А удочку я прямо сейчас, честно говоря, не знаю, стоит брать, не стоит брать. Все-таки птеров я собираюсь приручать при помощи киблов, да? Ой, господи, надо, ребят, думать прям, потому что до 25 уровня у меня, получается, остается. Давайте посмотрим, откроем. У меня сейчас 23-й. Может быть, стоит и пока что повременить и не тратить ни на что из остального очки инграм. Пока что мне конкретно в данный момент ничего не нужно. Но, может быть, кроме там каменной стены и фундамента. А вообще-то мне, честно говоря, нужна плавильная печь. Плавильная печь мне очень нужна. А также мне будет на 25 уровне нужно будет обязательно взять верстак, кирку, топор, пику. Так что, да, пока что больше мы с вами не тратим
Очки инграм, ни на что другое. Ждем 25 уровня, чтобы сразу все инструменты взять и возможность создавать эти инструменты. И чтобы у нас было все уже готово к этому моменту. Так, пойдемте наверх, установим большие ворота, посмотрим, как они там сейчас встанут. Как все это будет выглядеть. Почему-то меня именно в этом месте как-то немножко подлагивает. Я, честно говоря, не понимаю, почему. Вообще все должно быть идеально. Вообще должно вот все вот так вот стать. Тихо. Господи. Трайк, ты мне сейчас мешаешь. Вот конкретно сейчас ты мне здесь мешаешь, так что отходи вот сюда к стеночке. И здесь стой. И вот здесь стой. Так, замечательно. Давайте пытаться поставить как можно ровнее. Как можно ровнее будем пытаться это дело поставить. Тут еще есть такой момент, потому что у меня вот, например, вот эта рампа, она там стоит, да? И это не очень хорошо. Это реально не очень хорошо. Ну вот, мне кажется, вот так вот. Сейчас посмотрим. Вот так самое идеальное. Да? Мне кажется, отлично. Ставим ворота. Задаем обязательно пин. И осталось поставить вот здесь и вот здесь по стеночке. Я думаю, что они отлично встанут. И ворота я поставил криво. Да? Замечательно. Ну ладно, это ничего страшного. Когда мы будем эти ворота с вами менять на каменные, здесь все станет нормально. Ну, немножко съехало, ничего страшного. Секундочку, вообще-то у меня должно быть предостаточно сейчас. Спасибо. У меня должно быть предостаточно сейчас и дерева, и соломы, чтобы продолжить строить, или нет? Что у меня здесь происходит? Здесь у меня только камень, камня много собрал. Сидел, долбил камень вовсю. Дерева маловато, да? Соответственно, все, надо идти собирать дерево, я все понял. Мы можем, кстати, соломы вот сюда положить. 100 соломы положить сюда, и пускай создается 2 единицы удобрений. А я пойду рубить дерево и продолжу сделать стены, чтобы обносить трайка. Так, отлично, кладем сюда еще одно фекалию. Солому, теперь у нас 2 коробки полностью готовы. Ого, вы смотрите, что здесь творится. Так, подобрать аккуратно, чтобы не подобрать до дошку вместо яйца, потому что их потом обратно устанавливать очень сложно, они постоянно пытаются уйти со своего места. У нас, слушайте, у нас уже очень много яиц на самом деле, реально очень много. Нет, это просто какашечка. Ты мне ничего дать не хочешь? Спасибо, я прям как чуял это дело. Так, мне нужны еще 2 сюда, и солома у меня есть для этого дела. Также у меня уже есть стены, все двери с собой закрываем обязательно. Никого нету, ой. Блин, ударил луч, я что-то даже немножко как-то испугался. Блин, вот это вот плохо, что я здесь так сделал. Видите, вот здесь можно пройти, да? Соответственно, здесь можно встать и ломать дверь. А какая у нее прочность? 7500. Ну ладно, пускай будет, ладно, бог с ним, пускай будет. Тебе мы поднимем немножко здоровья еще. Пока что поднимем здоровье. И у меня уже готово 16 стен, сейчас посмотрим, насколько нам их хватит. Слушайте, здесь можно посмотреть, да? Пройти нельзя, но посмотреть можно. Ну да ладно, ничего страшного. На самом деле это ничего страшного. Давайте вот так вот высоту сделаем 3. Раз, два, три. Здесь 3. Трайк, тебе же хватает высоты, а? С трудом. Тебе хватает высоты с трудом. То есть придется еще рубить и рубить, добывать и добывать. Я понял. Я все понял. Продолжаем все тогда обносить. Осталось 4 секции. Ну, как раз, чтобы где-нибудь вот здесь немножко поставить. Да? Могу еще одну сделать? Нет, не могу, не хватает дерева. Так что придется сейчас идти и рубить дальше. Ух ты, господи. Нет, ребята, на самом деле очень-очень такое затратное дело. Даже в X2 довольно-таки сложно все это добывается. И ворота нужно будет поменять на каменные, потому что стоят они просто ужасно. Они стоят. Вот здесь я пройти могу. Нет, здесь никак не пройдешь. Это хорошо, но вообще отсюда туда стрелять можно. Это проблема. Ладно, нужно будет потом камни, когда буду ставить, поставить их нормально, ровно. Здесь белый луч бьет. Пойдемте посмотрим, что там. Что там в нем сейчас приземлится. Ну, скорее всего, ресурсы, господи. Камень там, всякая ерунда. Но вот как раз он-то нам и нужен, по большому счету. Как мне туда попасть? Где-то вот тут подъем, если не ошибаюсь. Давай, давай, давай. Так, что там у нас внутри? Дерево, волокно, кожа, камень. Ну, как видите, как я и говорил. Ну, в принципе, полезно. Сейчас все внутрь отнесу и продолжим уже, когда рассветет. Ну, на самом деле, мы уже большую часть сделали. Просто так к трайку не подойти. Аргентависов я, честно говоря, здесь не видел. Ух ты, какой птернодон, а.
Вау, какой он весь зеленый такой аж. Аж страшно, да? Такой, такая расцветка у него дикая. Ладно, пойдемте домой. Ага, продолжим уже снимать утром. Итак, давайте достраивать стены вокруг нашей базы. А, на втором этаже, соответственно, я скрафтил, думаю... Черт, что это такое было? Не то нажал. Так, мне кажется, этого достаточно. Давайте посмотрим. Ну, вообще, вы знаете... По-моему, прекрасно. Выше не надо, хотя... Вообще, вот ворота, они простираются еще на одну секцию выше, да? То есть, соответственно, можно было бы, конечно, сделать. Но, честно говоря, не хочется сейчас на это тратить ресурсы. Кстати, я получил уровень. Так, давайте прокачаемся. У меня теперь вес 200, здоровье 200. Выносливость до 150 теперь будем поднимать. И 35 очков инграмм. Соответственно, мы с вами берем... Сейчас мы с вами берем в первую очередь плавильню, да? Давайте, вот она, плавильня, печь. Выучить, отлично. У нас остается 14 очков инграмм. Вообще есть вариант выучить каменную стену. И чуть позднее выучить... А вы посмотрите как. Каменная стена 8, фундамент 6, да? А где у нас перекрытие? И перекрытие 6, да? Хм, как интересно. Вы знаете, можно будет, конечно, потом выучить, но на следующем уровне у нас уже с вами будет 25 уровень, то есть у нас сейчас 24, и, соответственно, лучше я этого делать не буду. Лучше, конечно же, выучить верстак и инструменты металлические, потому что, честно говоря, не помню, сколько на них нужно очков инграмм. Соответственно, давайте, наверное, на этом этот выпуск завершать. Огромное спасибо за внимание. Я тут по полной... Эпс, пардон. Яиц больше нет, а вон яичко. Я тут уже по полной загрузил вот эти три компостных ящика. Соответственно, также у меня грядки полностью загружены. Скоро уже пойдут растения, если не ошибаюсь. Точнее, наркобери уже начнут расти. И, соответственно, можно будет уже за кадром спокойно насобирать мясо, сделать протухшее мясо, наделать еще огромное количество наркотиков, пока идет X2. И также я, наверное, на втором этаже закрою все перекрытиями, сделаю потолок. Но это все за кадром, это не так интересно. И я понимаю, что, конечно, в этом выпуске не получилось, как я хотел пойти приручать дилофазавриков и рапторов. Но я так решил, что стоит в первую очередь вот сделать, так скажем, инфраструктуру. Сделать и грядки, и нормальный второй этаж. И также я, наверное, начну следующий выпуск с того, что мы начнем строить вот здесь вот пристройку правую. Да, абсолютно точно мы начнем следующий выпуск с того, что мы вот здесь будем строить пристроечку. В эту сторону она будет у нас простираться. Соответственно, пока что все будет деревянным, потому что из дерева делать реально проще. А потом будем заменять на каменный. Я, наверное, сейчас, пока ночь, подобываю, пойду камень. И, соответственно, буду надеяться, что с камня будет выпадать периодически металл, чтобы можно было уже к 25 уровню собрать достаточное количество металла, чтобы сразу сделать себе и топор, и пику, и верстак, чтобы у нас все с вами было. А на этом все, друзья. Если вам этот выпуск понравился, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Надеюсь, увижу вас в следующем выпуске.